Сегодня сотни машеровцев присоединились к велопрогулке с ректором, посвященном 110-летию нашего университета. Очень потрясающие эмоции от этого мероприятия. В первый раз проходила такая велопрогулка с ректором. Здесь прямо особая какая-то атмосфера. Вот по себе лично говорю, это колоссальный заряд эмоций на весь день. Я думаю, на все праздничные дни все делятся эмоциями, говорят еще и еще. Вот, поэтому я думаю, это начало большого пути. Мне понравилось мероприятие очень. Конечно, хотелось бы, чтобы дистанция была больше. Было приятно, что и, ну, можно с преподавателями так развлечься. Атмосфера дружественная, едешь в своей шеренге, в своей колонии с преподавателями. Много шуток, таких приколов. Очень классное мероприятие. Хотелось бы еще повторить, тем более сейчас весна, такая погода, как бы тепло, солнышко. Все очень хорошо.